Отже, друзі, а ми розпочинаємо. Готові представити наших гостей. Максим Зарецький та Микола Морозинський. Сьогодні в нас в гостях учасники гурту «Біс-квартет». Вітаємо вас. Вітаємо. Хочеться одразу прийти до питань, до анонсу. Готується ваш грандіозний концерт, ваш виступ. Хотілося б проанонсувати для наших телеглядачів. Доброе утро, дорогі телезрители. Ми учасники колектива «Біс-квартет» і... Хотели бы немножко рассказать о нашем концерте, который мы готовим на 7 декабря. Uh-huh. Это будет в ДК строителей на Сухом Фонтане. Вот, концерт очень разнообразный, так как мы молодой коллектив. И концерт будет состоять из не только музыки для наших инструментов, для народных, но и различные современные. Мы как бы собрали несколько стилей, несколько видов, то есть от классики, то есть будет звучать и Бах, будет звучать и... Впервые мы взяли программу Баха. Баха, хоральную прелюдию, которая написана для органа в оригинале, но мы ее переложили, переделали. Будет ведущая Оксана Горди читать монолог на этом произведении, должно получиться интересно. Эффектно самое главное, что-то по-новому, по-свежему. У нас будет солистка, это ведущий концертмейстер университета культуры нашей филиала, рояль, тоже будет интересная пьеса, мы с ней как бы, это не первое наше сотрудничество, нам нравится, как она играет, как она чувствует музыку, поэтому мы решили включить в наш концерт ее еще раз. А по поводу вот самого концерта, хоть вы и замечаете, что там молодой коллектив и так далее, но уже успели получить не одну награду на международных конкурсах. Да, есть такое, да, и это приятно отметить, что это николаевский коллектив, есть у нас чем гордиться. Но все-таки вот по поводу концерта, как родилась идея, потому что некоторые очень долгое время, даже уже имея награды, не решаются сделать что-то сольное. Это не первый наш сольный концерт. Да, не первый. И нам в этом году, в ноябре месяце, было 2 года. Как возраст небольшой, но юбилей мы делать не будем, хотя бы до 5 дойти. А так, периодически мы просто стараемся поддерживать форму, и у нас уже, наверное, такая традиция получилась. Летний концерт, всегда весной сольный концерт, зимой, и стараемся вот осенью после отдыха, чтобы войти сразу в форму, раз, и сделать такой концерт. Сольный. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшое видео, которое у нас есть, и после этого продолжим разговор. Thank you.
А мы продолжаем, дорогие друзья, и в продолжение нашей темы, темы фестивалей, хотелось бы узнать более детально о международном конкурсе, который был в мае в Дрогобыче. Что там и как? Готовились к этому конкурсу мы достаточно долго, потому что конкурс очень серьезный. Международное жюри из Польши, Германия, Россия, из Белоруссии. Поэтому выбор репертуара был, конечно же, в первую очередь, чем удивить, что сыграть. Но программа получилась на 30 минут дается выступление, так как блок отдельный. Ну, я считаю, что с поставленной задачей мы справились, мы отыграли свой тур. После этого к нам выходили многие члены жюри и просто, ну, я, наверное, похвастаюсь даже, восхищались ребята. Очень здорово, очень серьезно. Приятно, что в Николаеве, который, ну, не приезжает, это Западная Украина, далеко, дорого добираться. И они были удивлены, что есть в городе Николаев такой коллектив, что, ну, у нас не только наш коллектив, у нас вообще город творческий, много замечательных оркестров, ансамблей. Кузница талантов. Да-да-да, поэтому, ну, привезли мы домой первое место. С этим мы, конечно же, за вас рады, вас поздравляем. Спасибо. Еще раз уже со временем, с отложкой. Но я хочу больше сказать, что не только жюри вдохновлено вашей игрой, потому что сейчас буквально за несколько минут до эфира, когда вы уже здесь располагались, у нас за кулисьем все тоже узнали вас из сотрудников телеканала, сказали, эти ребята круто играют. Поэтому вам за это большой респект, что спасибо. Делаете хорошее дело. Я предлагаю вот теперь от фестиваля, от вот таких хвалебных слов перейти еще к одному видео, что называется, музыканту лучше себя презентовать именно в игре. Посмотрим, после этого продолжаем и уже делаем анонс того, где же можно услышать вживую. Ну, а теперь уже делаем анонс уже более точно по времени и месту, куда приходить, где смотреть 7 числа на ваш концерт. 7 декабря в 17:30 в здании, это же у нас сейчас Николаевская филармония, да? Дворец строителей, музычная витальня, адрес вулиця Спасский, Узвіз, 13. Всех ждем, жителей нашего города, гостей, ценителей музыки народной и не только. Все желающие, приходите, мы с удовольствием вас будем ждать, для вас поиграем.
будут сюрпризы, неожиданности. Обещаем, что будет интересно, не скучно. Что ж, мы уверены в этом. Вам спасибо большое за визит в студию. Нашим зрителям скажу, что еще увидимся с ребятами на новогоднем огоньке, в новом дне, перед Новым годом. Поэтому ждите, ждите. А пока что можете сбить оскому 7 числа, прийти послушать хорошую музыку. Надаємо ще раз, що сьогодні спілкувалися з учасниками гурту Біз Квартет Максимом Зарецьким та Миколою Морозинським.